Дочки все-таки 4 года. Мама нормально? Все, мама, вы ничего не видите. Мама ничего не видит. Полинка, ты готова увидеть свой портрет, как рисует мама с закрытыми глазами? Мы все знаем, что мама все может делать, да? Нет, мы садимся. Мама, давайте, мы делаем отчет от 5, чтобы мама начала рисовать. Ребята, мы садимся, никто не смотрит. Делаем отчет. 5, 4, 3, 2, 1. И мама сейчас рисует Полинку. Мы знаем, что мама все может делать. Убирать, стирать, готовить. Все сделает мама. Полинка, ты волнуешься? Мама тебя рисует. Мама красиво нарисует Полинку, да? 4 года. Первый раз в жизни. Сережа, пока. До вечера. Приводите Сережу вечером в 8 часов. До свидания. Все, у мамы получается какой-то портрет уже, наверное. Интересно всем. Нарисовали? Да. Все, ребята, Полинка готова. Мама, открываем глаза маме. И вы посмотрите, какая Полинка, какой портрет получился у мамы. Очень хороший. Давайте похлопали быстро аплодисменты. Нет, ну что, я закрыла. Смотри, если я тебе закрою сейчас глаза, ты нарисуешь. Вот видите, какая мама, как говорит чудо. Похлопали еще раз аплодисменты.